Как будет организован отдых детей летом, рассказали на пресс-конференции. Первая смена в лагерях и прием заявлений на выдачу сертификатов не планируется до особого распоряжения. Но речи об отмене всей летней детской оздоровительной кампании не идет. Традиционно наши дети отдыхают в Краснодарском крае, в Республике Крым, в Ростовской, Ярославской, Вологодской области. Это хорошие лагеря, это давние наши партнеры. И, конечно же, да, мы все сегодня ожидаем решения именно от этих регионов. Лагеря в Архангельской области к приему детей готовы в любой момент. Также Министерством образования области разработана программа мероприятий для школьников. Список событий не ограничивается только онлайн-форматом. Узнать о них можно на портале правительства региона.